Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилев. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Дети продолжают гибнуть. Представители субъектов профилактики собрались в Добруши, чтобы проанализировать причины несчастных случаев и выявить главные проблемы. Шел по газону и провалился в яму с кипятком. В Гомеле ребенок пострадал из-за аварии на теплотрассе. Смертность на дороге. В Гомельской области увеличилось количество аварий. А также уничтожили коноплю голыми руками. В зоне отселения милиционерам пришлось вырывать растения без помощи сельхозтехники. Проблемы гибели людей от внешних причин на прошлой неделе в Добруши проанализировали представители власти и работники правоохранительных ведомств. В райисполкоме состоялось совещание по деятельности смотровых комиссий и субъектов профилактики. Подробности в следующем материале. Главная отличительная черта заседания – концентрация на конкретных проблемах, связанных с предупреждением несчастных случаев и гибели людей. Они в практической работе наблюдательной комиссии и субъектов профилактики, безусловно, существуют. И в этом контексте место для разговора выбрано не случайно. Среди районов Гомельской области по количеству трагедий Добрушский в начале списка. Меня, как зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних, больше всего волнует организация работы в Добрушском районе при посещении семьи, где воспитываются дети. Это многодетные, это малообеспеченные, это семьи, где проживают дети, признанные в социально опасном положении или находятся на различных видах учета. Самое главное, что в этот летний период, это чтобы эти дети не оставались один на один, для того, чтобы за ними был соответствующий уход и занятость их. С начала года 16 несчастных случаев, 2 гибели детей, 2 суицида. Проблема кроется не только в качестве работы комиссии. Недостаточно налажено взаимодействие межведомственных групп по выявлению социального неблагополучия. В подавляющем большинстве несчастных случаев с детьми именно отсутствие внимания и контроля со стороны родителей приводили к трагедиям. В целом, если говорить, закончилось первое полугодие 2017 года. И обстановка в области, она сложилась благоприятной по сравнению с прошлым годом. У нас уменьшение количества пожаров на 17% и на 10% количество погибших людей от них. Если брать Добрушский район, то здесь тоже наблюдается снижение количества пожаров и погибших людей. В целом, по сравнению с прошлым годом, это одинаковое количество, 2 человека. Но, к сожалению, это единственный район, где произошел пожар с гибелью ребенка. И именно сегодня цель данного совещания – это еще раз послушать субъектов профилактики правонарушений, руководство именно областного уровня, которые, в принципе, выехали в район, дали оценку своим местным службам и посмотрели именно те проблемы, которые сегодня существуют в рамках взаимодействия, чтобы до таких подобных фактов больше на районе не происходило. Летом были случаи, когда дети заканчивали жизнь из-за беспрепятственного доступа к высоковольтным линиям электропередач. Оставшись без присмотра, падали в колодцы и гибли под завалами строений. Поэтому совещания, на которых будут рассматривать конкретные проблемы, войдут в практику. В официальном обращении облисполкома к представителям ответственных ведомств по этой проблематике есть специальные поручения. На территории Гомельской области этим летом был зафиксирован всплеск количества случаев детской гибели и травматизма. Причины разные. Дети получали травмы на пожарах, тонули, гибли из-за родительской халатности и совершали поступки, которые начинались как обыкновенная забава, а заканчивались слезами по погибшим. В Будокошелевском районе из-за родительской беспечности на ребенка упал бетонный столб. В Жлобинском электрическим током смертельно был травмирован мальчик, который играл с друзьями в районе высоковольтных линий железной дороги. А в Гомеле 6-летний малыш провалился в яму с горячей водой. Инцидент произошел 22 июля на улице Бориса Царикова. Ребенок шел по газону и внезапно провалился под землю. Никто из очевидцев сразу не понял, что произошло. Только по крику малыша и появившейся на поверхности грунта горячей воды стало понятно, что мальчик провалился в яму с кипятком. Ребенок выбрался самостоятельно и был госпитализирован в ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы. Ребенок получил ожоги 15% тела. Произошла утечка воды. Произошло подмытие грунта, незначительное подмытие грунта, то есть это не был какой-то фонтан, это не была не какая-то струя, значит, и произошло проседание грунта. Игравший рядом ребенок, который практически ему уже 7 лет скоро будет, просто наступил в этот просевший грунт и провалился.
В ходе осмотра места происшествия исследовалась глубина данной вымоины, и она составила около 90 сантиметров. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Мальчик из благополучной семьи. В день, когда произошел этот случай, они с мамой просто прогуливались по улице. Не исключено, что почва-грунт провалился под тяжестью ребенка в результате пусконаладочных работ, которые проводились в районе в рамках подготовки коммуникационных систем к отопительному сезону. Эту версию сейчас рассматривают следователи. С места происшествия изъята запись камер видеонаблюдения. Проводится проверка. Есть ряд статей, которые предполагают ответственность в данном случае. Это все статьи, которые входят в главу 27 «Преступления против общественной безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все будет зависеть от того, в результате чего произошли повреждения, что произошло дальше. В части того, что все прекрасно понимают, что в районе Сельмаша недавно происходило отключение горячей воды. Не исключаем, что это могло быть как-то связано и с этим. Это был не единственный случай травмирования детей за прошлую неделю. Порой мгновения хватает, чтобы ребенок, ушедший из поля зрения взрослых, попал в беду. И потом только звуки сирен автомобилей служб экстренного реагирования, мчащихся на помощь, могут ненадолго заглушить безутешный плач родителей. Прошедшую пятницу в одной из новостроек Гомеля мальчик выпал из окна. В 15:20 в приемный покой Гомельской областной клинической больницы был доставлен 3-летний малыш. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, перелом лобной кости с переходом на основание черепа, ушибы и ссадины левой руки и туловища. Мальчик выпал из окна первого этажа многоэтажки по улице Белецкой. Ребенок находился дома под присмотром бабушки. Следственный комитет проводит проверку. 3 часами ранее сюда же с переломом ноги была доставлена девочка из Светиловичей Ветковского района. 3-летняя малышка упала с дивана. Тяжесть травмы зависит от высоты падения ребенка. Мы наблюдаем сейчас случаи падения детей с рук родителей, с пеленальных столиков, с кроваток. В этом случае, как правило, черепно-мозговая травма, травма головы происходит. Если тело ребенка падает с большей высоты, уже происходит сочетанная травма тела. То есть травма сочетания нескольких областей – это головы, грудные клетки, живота, конечностей. В этих случаях травма, конечно, гораздо более тяжелая, но носит характер и как зачастую заканчивается летальным исходом, то есть ребенок гибнет. Продолжаем выпуск. Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Будокошелевском районе. Сообщение о возгорании в селе Новая Гусевица поступило в 15:45. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС деревянный жилой дом был полностью охвачен огнем. Хозяйка дома 1958 года рождения была обнаружена без признаков жизни на полу в жилой комнате. Женщина проживала одна. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка. В Болсунах у нас был случай, это 21 числа. Было загорание частного жилого дома. Днем 13:09 поступило сообщение на Центр оперативного управления, что происходит открытое горение дома. Техника была направлена. Вот. Значит, по прибытию информация была подтверждена, что происходит горение, обрушение уже перекрытий и стропильной группы кровли. Значит, в процессе тушения пожара и разведки в веранде данного жилого дома был обнаружен труп человека. Ну, впоследствии оказалось, что это была хозяйка, пенсионерка 59-го года рождения. Предполагаемая причина пожара рассматривается сейчас еженедельно. По всей области все работники МЧС задействованы в акциях различных, сельские сходы, выступления в трудовых коллективах. Приводятся наглядные примеры, показываются фильмы, раздаются буклеты различные. Гибель, конечно, у нас снижена. И по сравнению с предыдущими годами гибель снижена в разы. Но все равно вот такие случаи происходят. Некоторые люди нас просто не слышат, либо не хотят слышать. Сразу 2 ДТП с разницей в несколько часов произошли в Житковичском районе с субботы на воскресенье на автодороге М-10 Гомель-Кобрин.
22 июля около 9 вечера 19-летний водитель Рено, житель города Минска, ехал со стороны деревни Песчаники. При выезде на главную дорогу минчанин не пропустил Volkswagen Golf под управлением 55-летнего гомельчанина и совершил с ним боковое столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля Рено с травмами доставлен в Жидковичскую районную центральную больницу. Жидковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальный срок наказания за проявленную неосторожность и совершение ДТП – до 5 лет лишения свободы. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз утверждают, что невнимательность либо излишняя самоуверенность водителей является наиболее частой причиной подобных происшествий. Исходя из опыта проведения автотехнических экспертиз, основной причиной столкновения транспортных средств при выезде со второстепенной дороги на главную является не техническая неисправность автомобилей, а невнимательность водителей. Рано утром 23 июля на этой же трассе, не доезжая несколько километров до поворота на Жидковичи, 25-летний водитель БМВ при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «Форд». Сотрудникам Добрусской милиции вручную пришлось собрать урожай – более 650 килограммов дикорастущей конопли. На днях они ликвидировали внушительную по размерам плантацию наркосодержащих растений в зоне отселения. Посевы дурмана были обнаружены милиционерами и сотрудниками по охране территории радиоактивного загрязнения в ходе совместного патрулирования. Чтобы дурман-трава не стала выходкой нежелательных визитеров, было принято решение уничтожить посев. Однако правоохранители столкнулись с проблемой. Из-за того, что почва на всей территории плантации была усеяна камнями, убирать дикорастущие насаждения сельскохозяйственной техникой было нельзя. В итоге ликвидировать посев пришлось вручную. Через 6 часов работы конопля была скошена и уничтожена. Если вам стало известно о совершенном либо готовящемся преступлении, о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотических средств, либо местах выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно информируйте Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Криминальной милиции Управления внутренних дел Гомельского облсполкома по телефону 70-42-17, либо 102. Это была программа «Де-факто». Берегите тех, кто вам дорог, и до встречи.